Стою я раз на стреме, держусь из-за кармана, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. Он говорит мне тихо, куда бы нам пойти, где б можно было лихо нам время провести. Он предложил мне денег и жемчуга стакан, чтоб я бы ему передал с Альфейского завода план. А он говорит: в Марселе такие кабаки, такие там девчонки, такие продавки. Там девочки танцуют голые, там дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фраг. Мы сдали того супчика войскам НКВД. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Меня благодарили власти, жал руку прокурор, а после посадили под усиленный надзор. С тех пор друзья и братцы одну имеют цель, чтоб как-нибудь пробраться мне в тот солнечный Марсель, где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фраг.